Весна не только на календаре, в душе. Цветы, пейзажи, персонажи из детских сказок, на выставке более 30 картин. Авторы весенних сюжетов в стиле батик – девушки с символичными для города фамилиями – Алена Самарцева и Дарья Ширяева. Чтобы творчество нашло отклик в сердцах людей, важно, считает Алена, обрести гармонию. Говорит, у любой женщины в душе должна жить весна. Вот та весна, которая в нас живет, она периодически прорывается на наши холсты, на ткань, и вот эта радость, которую мы сами испытываем, мы ее, конечно, дарим, потому что женщина так устроена, она всегда дарит. Она дарит любовь, дарит свет, дарит счастье. Помимо картин, Алена расписывает одежду и предметы интерьера. На выставке представлены платья и платки, сделанные руками мастерицы. Одна из самых талантливых ее учениц, Дарья Ширяева, говорит, кроме батика, Алена научила ее иначе чувствовать мир и воспринимать себя. Творчество, считает художница, это стиль жизни и возможность раскрыть новые горизонты. Рисовать Дарья никогда специально не училась. Это только импровизация, которая есть, и это то, что идет из души. Это твой внутренний мир, который ты передаешь на полотно, ты передаешь на платье, ты передаешь на шарфы. Это те эмоции, которые ты даришь людям. Одежду, созданную в стиле батик, девушки с удовольствием носят сами. После модного показа шелковых платьев и платков все желающие могли приобрести вещи ручной работы. Вот этот шелковый платок создавался с использованием узелковой техники. То есть сначала завязывали узелок, его раскрашивали, и в результате получился вот такой вот орнамент. Здесь мастера сначала наносили контур, затем раскрашивали серединку. И теперь вот у нас есть такой модный платок, который украсит гардероб любой девушки. Отзывы благодарных посетителей не заставили себя долго ждать. Мне очень нравится, потому что картины всегда передают внутренний мир художника все-таки. И очень такие насыщенные цвета используются. То есть это говорит именно об авторе, как вот мы можем считать, можно сказать, его эмоции именно с холста. Это очень интересно. Поэтому здорово, что у нас в городе есть такие талантливые люди. Алена и Дарья уверены, картины в стиле батик и новая коллекция одежды помогут самарским женщинам расцвести этой весной. Алина Чемерис, Константин Головин, События.